Привет всем, это топ-3 товаров на AliExpress. И сегодня я подготовил 3 необычных товара, которые вы можете найти и купить на AliExpress. Первый — это вот такая забавная подушка в виде человека, точнее в виде его половины. С виду выглядит очень прикольно, не знаю, насколько она востребована. Но вот есть еще такие варианты: разноцветные рубашки, либо просто голый торс. Я думаю, в преддверии 14 февраля некоторые могут себе такую купить. Но достаточно сомнительной полезности, как по мне. Следующее, что я нашел, это вот такая необычная лампочка. Мало того, что она умеет гореть разноцветными цветами, в комплекте с этой лампочкой есть вот такой пульт. То есть вы можете управлять цветами, режимами работы. Но самое интересное, что здесь еще и динамик есть. То есть, как вы видите, с помощью телефона вы подключаетесь по Bluetooth к этой лампочке и запускаете музыку на телефоне. Принцип работы немного похож на вот эти вот Bluetooth-колонки портативные, но в этом случае это лампочка. По-моему, прикольно. Здесь же вы можете различные вариации подобрать по своему вкусу. И третий товар на сегодня – это лазерная клавиатура. Вот такое необычное устройство. Не знаю, правда, насколько оно хорошо работает. Записание подключается по Bluetooth или USB. И проектор вам рисует прямо на поверхности, там, где он стоит, такую вот клавиатуру. И вот рядом с проектором расположен датчик, который улавливает нажатие этой клавиатуры. То есть вы можете ее развернуть как бы на любой поверхности, и она должна работать. Вот. Ну, не знаю, насколько это удобно. Мне кажется, это очень непривычно. Пользоваться такой клавиатурой, когда ты не чувствуешь клавиш. Но задумка очень классная. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих топов и анбоксингов.